Вид из моего окна. Уже осенний вид из окна. Сегодня 27 сентября 2021 года. Погода мрачная, но теплая, 10 градусов. Хороший у нас двор, красивый, с елочками, с березками. И вид интересный у меня на новостройки. Это Сименская, 17, 6 домов. ЖК Сильгер-Сити, 8 домов, а мне видно 6. Вот 3 дома, 3 дома. Рембрандт, Репин и Ван Гог строится. Вот 29 этаж сейчас возводится. Такой вид из моего окна. Мрачную погоду. Самое красивое дерево в нашем дворе. Березки. Как же называется это дерево? Никто не знает. Кого спрашиваю, никто не знает. Да, хороший у нас двор, благоустроенный, с детскими площадками. Что-то детки не гуляют пока. Нет, шума, детского крика. Хороший двор. И рядом интересный вид. Вот школьный двор. Тоже зеленый, красивый. Да, вот видно другие дома. Красные дома. Да, вот так у нас 27 сентября
2021 года. Погода не радует. Мрачно, дождливо. Но все равно хорошо. Хорошо. Мне нравится любая погода. Хорошо.